Студенты и курсанты учебных заведений края могут воспользоваться скидкой в 30% на проезд междугородних маршрутах. И сэкономить на билете из Владивосток в Находку и обратно. А также из Находки в Уссурийск. Билет со скидкой студентам будут обходиться от 770 до 1200 рублей. В зависимости от начальной цены. Михайловский район официально стал округом. Такое изменение ускорит развитие территории и улучшит работу органов самоуправления. Сейчас в крае создано уже 18 округов. Планы преобразовать 4 оставшихся района. Что поможет муниципалитетам края развиваться быстрее. В муниципалитетах Приморья начало строительство 7 новых пожарных депо. Современное помещение полностью оснастят оборудованием и спецтехникой. Это позволит быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации. В этом году создание таких объектов запланировано в 7 территориях края.